хочу YouTube-канал. Марина, прежде всего, за ту доброжелательную атмосферу, в которой мы здесь проходили месяц. Даже жалко, что уже заканчивается, правда? Это было замечательно. Наверное, мало кто ознакомился с программой. Если бы мы ознакомились заранее, мы бы, наверное, подумали бы. И, как мы видим, сейчас практически, кроме Бориса, который более взрослый, остались одни мамы. Поэтому, да, ну, мамы вместе, значит, кто-то, значит, с самыми стойкими детьми. Поэтому я бы даже сказала, что занятия по Ютубу – это занятия семейные для детей и заинтересованных родителей. По-моему, мы мамы получили колоссальное удовольствие, и если они чему-то научились, то и их дети будут счастливы, потому что техническая сторона не всех всегда интересует, а мамы, которых двое, трое, вы такие молодцы детей, даже я вами восхищаюсь просто. Я обязательно буду смотреть ваши каналы. Мы все из разных стран собрались благодаря русскому языку. Поэтому это замечательная вещь. Это очень классный курс. И будем надеяться, что мы обязательно встретимся на его продолжении. Вам, Марина, огромное спасибо. Вы замечательный ведущий. Благодарю. И курс действительно очень-очень нужный и очень интересный. Спасибо. В восторге от вашего, во-первых, от вас, как человека. Я уже вам комплименты и нантичу. Благодарю. Уже вам сказала, но я говорю, вы оставили, не знаю, психологи, это, как вы говорили, техника речи, там, вы как человек золото, я так по-простонародно. Канал, курс хороший, добрый, понятный, объемный. Я для себя узнала много нового. Вы нам открыли кулисы Ютуба. Они, как оказалось, не совсем просты. Раньше я смотрела YouTube как среднестатистический зритель, а теперь замечаю за собой, что смотрю с оценкой, присматриваюсь. Теги, я смотрю все цифры, галочки, крестики. Если крестики, то мне не по себе, значит, откуда крестик, надо, чтобы была галочка. Ищем. В общем, я в YouTube вот эти вот 4 недели получается, да? Вот, YouTube для меня перевернулся, вот он был так, да, вот перевернулся вот так, или голова у меня перевернулась, или тут. В общем, YouTube открылся совсем с другого ракурса. Спасибо вам. Если бы я одна начала там что-то выкладывать, то у меня 100% не было бы таких просмотров. Ваша доброжелательность и за ваше... sempre present, я не знаю, как по-русски сказать, за ваше всегда disponible. Я думал, открою канал просто. Снял видео, выложил, до свидания. Но оказалось, что там надо и теги поставить, как что надо, что искать будут, и картинку, чтобы интересно было, и куча всего еще там. Ну еще спасибо, что показали там специальные программы, там специальный сайт, там где нету этих авторских прав. Мне понравилось то, что я так много научился, и я могу теперь лучше продвигать свой канал. Ну, это для меня прямо грусть, что мы расстаемся. Я прям два последних занятия. Мне прям так грустненько сделалось. Я была очень впечатлена большим объемом профессиональной информации. По большому счету, для на детском курсе можно было вылить 10%, наверное, от всей этой информации, ребенку это было бы достаточно, и, в принципе, курс можно было на это закончить. Но вот этот вот большой объем, когда даже взрослый сделал свой канал, вот я сделала свой канал, я не планировала, я думала, что я уже прошел мой век. Курсы для детей я почувствовала в своей тарелке, где разжевано все очень хорошо, от мало до велика, кто очень боится идти на взрослый курс. При этом вас преподаватели, вот действительно, есть которые, вот также есть инструктора по вождению, которые, знаете, они такие, такое ощущение, не перед вождением что-то успокоительное пьют, что
чтобы каждый глупый вопрос, заданный несколько раз, каждым, допустим, родителям один и тот же вопрос, ты воспринимал спокойно и с улыбкой. Вот, когда все сложилось, информация сложилась, преподаватель, я прямо понимаю, ну давайте подсумка, которую я подметила, вы умеете вдохновлять. Вы посмотрите, у вас все мамы стали блогерами. Что вы делаете? Дома семьи голодные. Значит, действительно большое спасибо. Очень спонтанно попали на этот курс. Дело в том, что Итан действительно давно хотел закончить курс Ютуба. Я искала у нас тут в Израиле, офлайн, да, и не нашла ничего. И вот мне буквально за два дня до начала курса посоветовали. Я уже решила, ну ладно, значит онлайн пойдем. Почему я хотела офлайн? Потому что я думала, что детский курс действительно вместе с ребенком сядут, там покажут, куда нажать, все за него делать. У меня совершенно не было времени на это, хотя в душе я всегда хотела, я творческий человек, тоже журналист, и мне, честно говоря, было бы это интересно, но я все время думала, ну потом, когда-нибудь, и вот благодаря Итану, такому стечению обстоятельств, мы сюда попали, потому что, мне кажется, я бы еще долго бы собиралась, и вот буквально через два дня курса начинается, я так не была готова, и у нас это выпало сейчас на праздники, на каникулы, и не было времени. Вот, значит, что я хочу сказать. Единственное, что было тяжеловато два раза в неделю в том плане, чтобы успеть все это переварить, всю эту информацию. Потому что я тоже в какой-то момент поняла, что я должна переключиться. Вот, и я просто физически не успевала. Но, слава богу, лекции все есть. Мы все пересмотрим, делаем. Курс нам действительно очень понравился. Во-первых, нам понравилась группа. Я даже не ожидала, что у нас такая будет интернациональная группа. Очень интересно, что все из разных стран. Обязательно подпишемся на все каналы и будем следить. Это действительно очень интересно. То есть я тоже поняла, благодаря всем вам, что и, наверное, вести интересно и наш канал, как мы тут живем в Израиле. У вас есть терпение, что вы детьми хорошо. Очень комфортная атмосфера занятий. Все понятно, все интересно. Ну, единственное, это вот наши творческие. Но это я просто, мне очень сложно с техникой. Ну, придется просто кого-то просить, чтобы мне помогли.